Другі день открытого чемпионата Европы по биатлоне проходит сегодня у Рабишах. Команды будут спаборничать у смешанной эстафете, а так само супермиксте. Напередодні первой для Беларуси медаль на домашнем турнире завоевала лидер нашей сборной Ирина Крылко. У складанных умовах надворья она стала третьей подчас индивидуальной гонки. На четырех огневых рубежах спортсменка допустила всего два промахи. Как бы все равно она как бы для меня такая же как бы ценная, как и олимпийская медаль, потому что ну как бы когда ты столько времени как бы этому ну посвящаешь, постоянно ну тренируешься там, а вот где-то там, когда ты еще не совсем здоров, ты как бы перешагиваешь там где-то там через свое не очень хорошее состояние и вот где-то там. Поэтому как бы всегда, когда получается там, попасть на этот пьедестал, ну, это всегда приятно. Открытый чемпионат Европы протягнется до конца тыдня. Прямые трансляции можно убачить на телеканале «Беларусь-5». И важная информация для тех, кто будет назирать за спортсменами с трибун. Добраться до места старта можно на уласном авто, предугледжены 3 стоянки на 1200 мест. Еще 300 для футбольных полей. Скористаться можно и громадским транспортом. Автобус отправляется от станции метро «Борисовский тракт» каждые 15 хвилин.